Привет! Вы на канале Таинский огородник, я Елена. Добро пожаловать! Сегодня покажу, кто у меня в огороде цветет. Начну с голландцев своих, потому что на этом подоконнике, где они стоят, я обнаружила сегодня трипсов. Хоть окно не открывай, уже борюсь с ними месяц целый. У нас не было дождей, и поэтому сухость. Но сейчас пошли дождики, слава богу. Вот открываю сейчас окошко. Но вторая обработка у меня прошла, и тут я вспомнила, что я их не сняла, кто у меня цветет. Только короткое видео, как только они начинали открывать бутоны. Мало ли, вдруг они у меня сейчас на данный момент скинут бутончики, и придется обрезать цветоносы, так как цветы-то еще будут, а вот растения я могу такое уже и не найти. Тем более, они уже у меня взрослые, уже по 5 лет со мной, и поэтому как-то мне не хочется растения терять. Бутоны это ладно, они еще будут, а вот растения нет. Первые, кто дар, это Golden Beauty и Алмазное небо. Пока на этих нету, но на всякий пожарный я обработку провела. Как никогда цветет моя юби. В этом году она просто шокирует. И, может быть, то, что я ее посадила в закрытую систему, дала ей простор для корней. И она мне выдала один цветонос. И на старых цветоносах она тоже пробуждает почки. В этом году она у меня просто королева. На небо у меня в этом году тоже превращается в темное небо. То есть даже, можно сказать, в каменную розу. Вот у меня получилось. Начну поближе со своего пенивчика. Это наше второе домашнее цветение. Вот у меня красоту в этом году. Конечно, цветет он как хочет. Последний бутон он мне вообще вот такой вот открыл. Видно, не хватило. Здесь у нас все в порядке, все замечательно. Очень красивый. Такой вот весь здесь вот прям пластик, его прожилки прям вот чувствуются. Вот у меня красота получилась в этом году, он так вот процвел. Но жара все-таки дает о себе знать. Вот здесь вот он начинает опять наращивать, дальше доращивает бутоны, решился. Он без корней практически. Ну вот, два листа мы тут потеряли, два листа мы сейчас вот нарастили. Вот последний вот он выдал мне вот такой вот. Не знаю, с чем это связано, но вот обработки мы сейчас прошли. Вот такая вот у меня красотуля. Цветет. Я им очень довольна, но, конечно, последний цветочек он сбраковал. Вот такой вот выдал. Наверное, все-таки краски не хватило. Остальные все очень красивые. Каждый цветочек индивидуальный. Вот такой вот красавчик. Очень я его люблю. Будем вот порадовать в этом году цветение. Моя красотка Юпи. Со мной она уже очень-очень давно. Когда я ее купила, то я не знала ранее и искала очень долго, но потом вот пошли эти сорта. Она была куплена бабочкой, и вот такая вот красота у меня в этом году просто решила она, прям не знаю, с чем это связано. Обычно у нее один цветонос, там 10-15 цветочков и все. Но тут она решила вот так сделать, даже еще некоторые бутоны у нас еще не открылись, но приходится ждала, конечно, честно скажу, полный распуск ее. Но вот трипсы дают о себе знать, поэтому на всякий пожарный сниму сейчас и покажу вам. Вот такая вот красота, таким вот веночком, очень красиво она распустилась. Здесь вот пытается она все-таки, гены дают о себе знать, пытается и полубабочкой процвести. Цветы достаточно крупные. Красотка, очень ее люблю. Она со мной очень долго. В этом году она, вот с одной стороны у нее выдаются бутоны с бабочкой, второй вот обыкновенный. Ну вот такая вот у нее генетика, хотя кое-где она начинает, конечно же, пробивать вот это вот полубабочкой, но
Я ее за это и люблю, что она не очень капризная, такая своеобразная дама. Вот такие вот у нас бутоны. Очень красивая. В этом году она, конечно, меня порадовала. И вот так вот она у меня выглядит. Шикардосная дама. Здесь вот у нее пока два цветочка. И вот она здесь тоже будет доращивать. Ну, она первый раз вот таким большим разветвлением. Обычно она одним идет, одним цветоносом, и все. Здесь она, конечно, у нее вот такая вот шикардосная ответвление. Ну, вот на каждом ответвлении здесь по два, по три цветочка. Здесь вот у нее тоже три. Сколько у нас вообще разветвлений? 5 разветвлений, плюс еще один цветонос. И вот здесь вот она начинает... Я их не обрезала, цветоносы, но она никогда не цвела, она никогда не пробуждала почки. В том году она решила все-таки пробудить, и вот здесь вот что-то начинает пробуждаться. Здесь вот пробуждается, значит, один цветонос, 5 ответвлений, но на каждом ответвлении по 2-3 точка. И здесь она, конечно, главная вот такой вот красота. Вот так вот она мне в этом году пышно цветет. Молодец, я ей довольна. Следующее растение — это алмазное небо. В принципе, алмазное небо никогда себе не изменяло, всегда цвела вот так вот. Меня это устраивало. Ну, может, вот так вот такими вот дать какие-то лепесточки, она может дать ей потемнее, но она всегда цвела. 3 года подряд цвела, и покупалась она именно вот такой вот, и меня это все устраивало. В этом году она выкинула фокус мне, и она решила, что она больше не будет алмазным небом, она решила сделаться каменной розой. Вот цветение, видите, очень хорошее, то есть замечательное. Вот так вот она сейчас на данный момент с другой стороны она выглядит. То есть цветочек первый вот такой вот с этой стороны, а дальше пошло все темнее, темнее и темнее. А здесь он вообще кверх ногами, крокозяблей. Сейчас попробую его развернуть. Вот он красавчик мой. И вот так вот мы цветем. В этом году она тоже решила себе изменить свое цветение и показать, на что она вообще способна, эта дама. Но ничего, я надеюсь, что в следующем году мы вернем свое алмазное небо. Будет замечательно. Но сейчас оно тоже очень интересно получилось у нее. Цветение. Но жара дает все-таки о себе знать. И вот здесь вот она приняла на себя удар гипсов. Вот. Пока здесь ничего, но обработала я сегодня уже и бутоны. Один бутон мне пришлось здесь оторвать, так как увидела, что там трипсы ползают, поэтому я решила это. Но видите, вот здесь, может быть, трипсы сыграли роль, но вот здесь, вот видите, мы уже здесь покусаны немножко, вот в этом, на этом бутоне, на последнем. Вот, видите. Немножко мы покусаны. Они приняли на себя буквально удар, так как стоит она как раз, где открывается окно на проветривание. И вот залетели черти. Следующий мой красавчик, старожила мой, который тоже перебрался уже в закрытую систему, но побольше. Это Golden Beauty, который тоже принял первый на себя удар. Немножко уже последний бутон здесь вот покусали нас уже, но побороли. Вот так вот выглядит у нас розетка. Уже нижние листья, с которыми я его покупала, уже отсушивает. И вот так вот мы сейчас выглядим на данный момент. Уж извините, но обработки важнее. Так что мы тут вот... не в приличном таком красивом состоянии, но у нас зато бутоны есть. Расцвела, наконец, моя красотка с 3 цветоносами, но я тут закрыла балкон, была страшная жара, и повернулись цветоносы к солнцу, и они, конечно же, сгорели. Ну, что есть, то есть. Первый блин кумом.
Вот такая вот у меня красоточка. Вот они. Вот это второй цветоносик. Видите, сожгла полностью. И вот еще один. Это третий цветоносик. Вот такой вот. Но красота. В следующий раз буду умнее, ее притенять немножко буду. И вот этот вот первый цветонос, который шел. Вот вообще 4 цветочка осталось. Остальное все отсушила. И здесь вот она тоже отсушила кончик. Там еще могло бы быть больше цветочков, но что есть, то есть. Вот такая красотка у меня расцвела. Радуюсь. Каждый день прихожу и смотрю на нее. Вот так вот. Она растет у меня вот в этой уже папоротнике корзине. Ей очень нравится. Посмотрите, как она ее оплетает. Корни уже везде, везде, везде лезет. И здесь вот такие вот растопырки. Малышка тоже подрастает. Вот это вот у нас пятая детка. Вот она, уже вот такая вот длинная. Ей все нравится, ее все устраивает. Еще кто мне распустил? А, во, кто мне распустился, сейчас подлезу туда. Еще распустился вот этот вот красавчик. Это сказка, пилорик. И вот как хочешь, так и смотри, я развернул полностью. Даже не знаешь, как его показать. Ну вот он, красавчик такой вот. Пахнет хоть один бутон, но очень пахнет. Один, к сожалению, он отсушил. Это первое цветение. Покупала я его в том году, уже осенью. Последняя посылка была. И вот на данный момент он вот так вот цветет одним цветочком. Но надо смотреть. Вот он, красотульчик. Вот такая вот красота. Так, на балконе больше никого нету. А, мини-марк еще тоже тут отцветает уже. Ну вот, показываю то, что у меня в огороде сейчас на данный момент цветет. Так, следующий раз уже 6 мы распустили. Один я уже поломала, пока вытаскивала. Вот так вот выглядит. Ну вот это в том году я его покупала. Оценка уже был. И вот такая вот красота расцвела. Очень красивые здесь, особенно вот эти вот точечки. Так что вот такая вот красота начинает тоже цвести. Продолжает цвести мой анцидиум уже третью неделю. И еще даже вот дораспускает последние цветочки. Но уже не буду пока ждать, мало ли что вдруг. Ну, хотя это уже другая комната. И вот так вот он у меня выглядит, очень классный. Живет он у меня уже третий год. И вот второе домашнее цветение. В том году было мало цветочков у него. И в этом году я его пересадила весной. Здесь от меня отгнила старая бульба, которую он цвел. И пришлось мне его пересадить. Но вот эта бульба, она как раз так растущая была, выдала мне якобы как бы новый рост, но этот новый рост превратился вот в такой вот цветонос. И вот еще у нас один цветонос лезет. Новых пока ростиков у него нету. Так, этот красавчик у меня просто каждый год у него одно и то же. Вот такая вот ботва. И он выдает мне только по одному цветоносу. Уже очень он долго у меня. И каждый год он растит кучу-кучу новых ростов. Каждый год он мне выдает только вот один цветонос. Этой брасе уже где-то года 4. Самая моя первая, которая выжила. И правильно я за ней ухаживала. Вот она вот такая вот. Но и только один цветонос. Остальное все у нее бульбы. Я ее уже делила. Одну зеленку уже отдала своей знакомой. Так как ну уже просто она там горшок этот переросла беленький. Которая в том году она висела. В этом году я ее посадила вот в такой вот. Дабы не пересаживать ее хотя бы года 2.
Но посмотрим, как она будет себя чувствовать. Но новых ростов она вот опять, вот эта бульба не процвела. И вот два новых роста. Я думала, в этом году, конечно, она мне даст побольше новых ростиков. Но нет. Здесь мы две бульбы старые отодрала. Они сморщились. И вот так вот она сейчас на данный момент выглядит. Пятна, я ее брызгала, и она на солнышко попала. Ну, вот так вот она и выйдет. Ну, конечно, цветонос у нас только 5 бутончиков. И все, и радуйся. Я цвету, как хочу, называется. Ну, вот, жду, когда будет пышное-пышное у нее красивое большое цветение. Но, по ходу дела, я этого не дождусь никогда. Она только выдает вот мне по одному цветоносу каждый год. Хотя бульб растит, я не знаю, кучу. Куча бульб у нее, и вот никак, никак она не хочет у меня зацветать пышными цветоносами. А этот вот уже такой вот цветонос, уже достаточно крупный. Ну, очень красивый. Прям в этом году у него много-много-много цветочков, даже второй цветонос вот лезет. Так, следующее растет. Цвести мой розовый адениум бело-розовый. Но вот уже последние бутошки у него остались. Здесь он уже отцвел. Да и жарко было очень сильно. Я их не успевала поливать. Может быть, еще из-за этого. Вот эти уже отцветают. Так, следующие. Это мой второй одышка расцвел. Мой сеянец, вот такая вот красотища у меня. Но вот этот вот он посветлее. Если те были тут потемнее были цветочки, то этот вот такой вот светленький. Чуть-чуть вот по краю окантовка идет фиолетовая. И все. А так, ну вот, два уже распустил. И здесь у него еще 3 бутушки. Еще будет цветение. Продолжает цвести мой дракошка. Вот этот он всегда растит чего-то постоянно. Если корни не растет, то обязательно у него листва идет. Вот дракошка, он такой вот очень хороший сорт. И вот продолжает цвести, долго держит свои цветы. И вот сейчас вот надо будет его поливать. А так вот красота. Ну вот красотун прям. Это мой любимчик. Один из самых таких вот, который очень хорошо цветет, беспроблемный. Вот. Но у меня здесь была потеря. Моя большая тессалата Ванда. Зимой я ее потеряла. Вот я много растений в этой комнате потеряла, так как ребенок открыл на микро. И когда ушел, это... окно открылось, и здесь такой жуткий холод стоял. Так что да, пока я с работы приехала, здесь у меня все практически померзли. Ну вот, теперь будем наблюдать за этим, и чтобы не было такого. Хорошо, дракон стоял на зимовке на стеллаже. Вот такие вот у меня дела. Так, следующие. Азиатов я вчера тоже обработала на всякий пожарный, и вот... вот этот вот красотон продолжает цвести, все время доращивает бутоны и цветет. Также новый, отсушил он старый здесь нечаянно, и вот новый сразу же выдал цветонос. И вот здесь уже будут 3 бутошки. Так, вот его название. Вот этот красавчик. С 2018 года он у меня. Да. Так что вот такой вот уже вымахал гигант. Еще кто мне тут цветет? Красотун тоже всегда доращивает бутоны, всегда цветет. Но в этом году они не пышно, не дружно цветут. Вот. Только 2 сейчас на данный момент. Остальные все на бутонах, на цветоносах. В том году, конечно, они дали жару, все цвели в один раз, и очень так было классно. Но я думаю, что перепады все-таки были температур. И вот такая вот красотулька у меня сейчас вот
Доцветает. Но здесь вот еще у него бутошка на подходе. Вот его название. Так что, ну, хотя это уже продолжает. У него было два цветочка. Он их сбросил. И вот еще сразу же два новых у него цветочка. Так что это такое? Угу, показалось. Мне уже везде кажутся. Ну, вот здесь вот такая вот у меня красота. Пульсация у меня пробудила почку. И вот один цветочек дала. Да, чтобы я про нее не забывала. Вот такая вот красотушка. Сейчас она растит корни, листья. Ну вот и решила она одним бутончиком процвести. Вот такая вот. Всегда цветет. Ну вот хоть как-то ее. Вот хоть один бутон, но она даст. Вот она буквально там месяц-полтора она отдохнет. И со старого цветоноса она обязательно, ну хоть один бутончик она даст. Чтобы вот не забывали, что она здесь. Поэтому... Вот такая вот красотушка, один бутон. И вот так вот она у меня очень красиво. Вот пульсация, она никогда, даже с одним бутоном, но она будет стоять. Ну, на этом все. Всех показала, кто цветет. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи и пока-пока.